я уже непосредственно плавать буду. Вон, кстати, мужик замок строит для своей дочки. Так, ну что, получилось. Все, а вода тут поприятнее. Ну что, ныряем? Ныряем, ныряем. Хренак уже дна нет. А глубже уклон, чем там, он около Роснефти. Так, поплыли. Не будем я там плывать этого быка. Так, да вы же здесь собрались, чтобы дно снимать. Сейчас вам будет дно, Самара, вы. А то вот постоянно слышу то, что там скатился на дно, да, дно. Сейчас вы увидите настоящее дно. Ну как, вот это действительно дно Ютуба. Я думаю, доплыть, короче, до того быка. Ну, на камеру это, наверное, не буду снять, потому что я уже снимал один раз на камеру. Че повторяться-то? Что ж такого снять? Не знаю. Не знаю, но мне все хорошо, блядь. Мне реально хорошо после этой жары. Давайте увидим, как я плаваю под водой. Я это снимал уже много раз, а я даже все-таки... Это будет более профессионально. Красотки. Эх, была бы моя воля, всем бы перетрахала. Не ладно, шучу, шучу. Ну, давайте поплаваем. Давайте. Поснимаем волну. Пацан всплыл. Блин. Ну и сейчас это было просто погружение. Реально. Реально заплыв сейчас будет под водой. Итак, 3, 2, 1. Поехали! Классно же! Классно! Вдруг водную защиту пробью фильтра. По-моему, я уже это сделал. Так, вот еще что хотел снять. Короче, мои ноги под водой. Ну не под водой, а наоборот над водой. Но я не знаю, как сейчас это получится. Но надеюсь, что это получится. Итак, раз, два, три. Я не получилось. Ну-ка, если все-таки... Ну-ка, все-таки вот так вот. Не, ну ладно, это там второй оператор может. Это был рискованный трюк. Наверное, все. Больше я не думаю, что имеет смысл как-то снимать. А,
Ну вон еще, да, он еще. Там вот это вот кинотеатр построили. Трёп фильтр будет снимать. Ну, еще вот только единственное, что, как я и пишу, выхожу из воды. Ну-ка, сейчас. Сейчас. Как я выхожу, короче, из воды. Сейчас. Вот и все.